Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я буду готовить печенку барашка. Это блюдо очень деликатное, и я его приготовлю в прямом эфире. Оно готовится очень быстро и моментально. Для печенки барашка я буду сегодня использовать очень утонченные специи. Это белый перец, розовый перец, зира и зерна кориандра. Все это я буду смешивать с морской солью. Самое важное, как всегда, я каждый раз повторяю, печенка барашка должна быть освобождена от пленки. Любая печенка, свиная, говяжья, телячья или баранья, всегда освобождается от пленок. Пленка снимается очень легко. Вот так. Раз, и пленочку сняли. Приправы для печенки ягненка я уже заранее подготовил в ступке. Теперь я нарезаю печенку одинаковыми кусочками. Толщина примерно 1,5 до 2 сантиметров. Тонкие края я режу отдельно, чтобы они максимально быстро прожарились и остались сочными. Протоки и сосуды печенки я тщательно вырезаю, чтобы готовое блюдо получилось нежным и очень деликатным. Толстостенная чугунная сковорода уже разогрета, на ней налито растительное масло. Я выкладываю кусочки печени и очень часто их переворачиваю. Я часто переворачиваю кусочки печенки, чтобы края не слишком зажаривались. Самое важное, чтобы печенка осталась внутри розовой, когда она сохранит свой аромат и сок. На все это у нас уйдет примерно 1,5-2 минуты. Очень важно не перегружать сковороду, чтобы все куски получали равномерную температуру. Печенка очень быстро поджаривается. Вот она уже зарумянилась. Некоторые кусочки через пару секунд я уже буду доставать. Аромат стоит умопомрачительный. Вот эти края печеночки я стараюсь меньше зажаривать, чтобы они не высохли. Краешки уже готовы. Помните, что они еще сейчас будут доготавливаться на тарелке, потому что они горячие. Я печенку не солил. Я буду солить ее, когда она полностью приготовится. Кусочек уже готов.
Все. Убираем. Я посыпаю жареную печенку ягненка смесью пряностей и морской соли. Если бы слышали, как она пахнет. Вот так. Я накрою пленкой на полминутки-минутку, чтобы соки разошлись и ароматы питались в печеночку. Друзья, пока мы делали съемку этого ролика, печеночка лежала под пленкой, и даже под пленкой она еще готовилась. Поэтому я хотел показать, насколько печенка-барашка прекрасна и имеет розоватый срез. Но под пленочкой уже время прошло, поэтому нужно ее было кушать сразу. Пробуем. Если бы вы знали, как она пахнет. Я показал самый быстрый и самый мой любимый способ обжаривания печенки барашка. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, жмите вот эту кнопочку. Всем приятного аппетита и помните, кухня – это самое спокойное место.